сразу прошла от площади Свободы до Кремля и попыталась пройти к избиркому, некто полковник генералов сказал: вам туда нельзя. Так происходят выборы. В Кремле нет избирательных участков. В Кремле есть избирком. Вчера эту ночь с 4 на 5 подтасовывались результаты выборов по Нижегородской области. Других кремлян, других символов власти по России не счесть. И мы не позволим им и дальше таким образом распоряжаться с нашим выбором. Наш выбор – это святое. То, как мы решим, какой должна быть Россия, такой она и будет. Нам нужна другая Россия. Россия без чиновников, Россия без тюрем, свободная Россия. Нам нужна другая Россия. Нам нужна другая Россия. Нам нужна другая Россия. Нам нужна другая Россия. 4 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Какие они будут? Я думаю, собравшиеся здесь уже более-менее представляют. И мы должны сказать друг другу, мы должны сказать власти: мы придем еще! 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 Это наш город!